22 тысячи детей этим летом отдохнут в детских лагерях дневного пребывания и загородных детских оздоровительных лагерях. Подготовку учреждений к летнему сезону сегодня обсудили на заседании рабочей группы Межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей при администрации Самары. По результатам комиссионной проверки все учреждения признаны готовыми с 1 июня принять детей, отмечает руководитель Департамента образования Самары Ирина Коковина. Завершилась приемка лагерей, комиссионная приемка лагерей на территории города Самара. Фактически нарушений нет. И надзорные органы нам сегодня сообщили о тех мелких нарушениях, которые были устранены в ходе приемной кампании. Большое внимание городские власти планируют уделить программе развлечения для детей в летний период. Много времени на свежем воздухе, патриотическая направленность. Подростки смогут не только отдохнуть, но и потрудиться. Для 3000 детей в возрасте от 14 до 17 лет организованы рабочие места в муниципальных учреждениях, на промышленных предприятиях, в учреждениях сферы ЖКХ, общественных организациях Самары. 400 человек уже заключили трудовые договоры и готовы приступить к обязанностям с 1 июня. Больше всего желающих потрудиться оказалось в июле. Летнее трудоустройство – это первый профессиональный опыт, это вообще возможность себя попробовать в различных профессиях, то есть это большая мощная профориентация. Во-вторых, это, конечно же, прекрасная занятость в летний каникулярный период. И третий важный момент – это все равно трудовая дисциплина. Подросток приучается там к режиму работы, к графику работы, определенному дресс-коду, устанавливать контакт какие-то в коллективе. В центре ребятам помогут подобрать вакансию и заключить трудовой договор. Особое внимание уделят детям участников СВО и оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Их трудоустроят в первую очередь. Галина Топилина, Игорь Казановский. События.